Чёрт знает. Это Нигерский район. Ага. Покажи граффити. Смотри, какой милый пёсик, вон, смотри. Подуванчик. Да, иди, я тебя сниму на фоне Нигерской стены. Давай. Здорово, чуваки. 3 часа ночи, мы на Нигерской улице. Охуенно, да? Бля. Бля, чем мы занимаемся, а? Ну пиздец. Чё? Ладно, пойдем ниже. Пошли заценим эстакаду. О, блять, он пёрнул. Да, я пёрнул на Нигерской улице. Я Нигер отпишу. Мы выложим это в хуйню. В хуйню? Да. Конечно, мы. А, давай сделаем, короче, это типа анонс новой песни. А. Короче, у нас. А как это связано с новой песней? Никак, ну просто повод, чтобы выложить. А. Давай, анонсируй. Помнишь ее название? Я все помню. Хей, хейт. Бол хейт или как? Болс хейт. Болс хард. Болс хард. Болс хард. Не-не-не, Хёрд. Болс Хёрд. Болс Хёрд. Типа Бат Хёрд, только Болс Хёрд. Болс Хёрд. Да, она выйдет в ближайшую неделю. Да, в ближайшую неделю. Еще одна укуренная песня от нашей группы. Это вообще не детское место, короче. Опа. Да, чувак. Что укуренный хранил? Че? Это вот это, да? Да. Я говорю, что мы по-моему-то сними. Смотрите, это автошкола этого чувака. А моя автошкола. Подожди. Вибрация стою. На карауле. Так, стой. Так, что мне сделать? Типа я уже в такси еду.